Уважаемые инвесторы, 23 мая 2024 года на экране компания Google Alphabet Class C. Так, тикер GOOG. Здесь прогноз глобальный такой, что цена находится в восходящем тренде, в восходящем канале, вот, и у нее выглядит в принципе, все очень даже красиво, в прямом смысле слова, то есть на рост. Вот. Глобально, конечно, у нее такая аналогичная ситуация, как и с какой компанией? С Амазоном. Вот, только что я, значит, делал, да? Вот, поэтому, ну, если глобально посмотреть, то там коррекция будет такая прям существенная. Вот. То есть на годы вперед она обязана просто будет скорректироваться. Вот, потому что, ну, не бывает роста без коррекции. Вот. Но здесь вот, в принципе, давайте начну с дневного фрейма. А вот здесь был сигнал на то, что на коррекцию, то, что цена должна была скорректироваться, не произошло. Ну, значит, она просится вверх, либо она тут обманывает, скорее всего, просто обманывает. Вот и все. Так, далее, значит, мне имею право я предполагать следующее. Давайте, здесь гораздо все очень просто, в принципе, особо много тут и не надо чего рассказывать. Вот давайте так настрою. Так, цена, на мой взгляд, ну, если она и скорректируется от нынешней там цены, то получается так. Ну, давайте я сначала сделаю грубо, очерчу, а потом так. Либо цена корректируется к отметке 165 приблизительно так. Далее, значит, она идет дальше, ну, по своей восходящей, вот, до приблизительно 230, ну, где-то вот к этим отметкам. Вот. А здесь на отметке 230 цена должна будет сформировать какой-то паттерн на разворот. Вот. Здесь большой вероятностью будет пробой, так сказать, поддержки. Это получается, ну, приблизительно по времени сентябрь 25 показывает. Ну, значит, будем мы садить. Вот. Опять-таки, не опирайтесь на это, потому что на это можно опираться только в том случае, если все пойдет вот прям по теханализу, прям. Но на фондовом рынке такого не бывает. Цена может сейчас вырасти, да, то есть тут несколько вариантов. Вот. Но так, это получается третья волна. Дальше должна цена будет скорректироваться к отметке 170. Здесь должен будет сформироваться, значит, паттерн на разворот. В лучшем случае, да, и тут уже цена будет давать свой рост к отметке 300. Вот. Так, это у нас первый такой вариант. Вот. Ну, либо цена от нынешней отметки, она сейчас, в принципе, тоже готова на рост. То есть она от нынешней отметки просто дальше растет. Формирует на отметке дальше, там, на отметке 230 она формирует паттерн на разворот. Далее у нее происходит, значит, некий разворот. Она стукается о поддержку на отметке 178-180 долларов. Вот. И уже, грубо скажем, от этой отметки возможен там какой-нибудь ложный пробой. Вот. И уже от этой отметки, допустим, цена имеет право на рост до 300.
Это как такой, скажем, еще один такой вариант, да? Вот. В любом случае она просится как бы прийти к отметке 300. Вот. Как бы сейчас тут не произошло, но на ближайшее время, там, на ближайшие полгода, год, есть очень хорошие шансы заработать. Вот. Давайте посмотрим от нынешней отметки, сколько здесь процентов. Ну, 67-70%, я считаю, это хороший рост. Вот. Так, и вот уже от этой отметки 300, от отметки 300, не знаю, когда это будет, опять-таки, цена, так, раз, два, три, четыре, пять, вот это уже будет предельная FIBA, предельный уровень, вот. Хотя, еще, знаете, нужно что учитывать. 2024-2025 год, сейчас очень многие активы, они будут двигаться против теханализа, они будут двигаться против всех правил. Да, то есть очень многие, которые будут там вставать в шорт, они будут понимать, что их обманули. Вот. Дело просто в том, что, на мой взгляд, я смотрю по многим активам, не только на рынке США и по Гонконгу и по акциям российских компаний. Вот. То есть здесь может произойти и такое, что цена просто будет расти против всех правил, да, то есть она может не уйти на коррекцию, она может там просто расти, вот. Ну и если вот давайте пофантазируем, и действительно будет рост, непрерывный рост до, допустим, отметки 300, то от этой отметки цена в любом случае должна будет сформировать паттерн на коррекцию, да, вот. Здесь у нее будут поддержки на отметке 217, на отметке 204, на отметке 189 и на отметке 178. То есть здесь у нее будет в любом случае вот эти поддержки. Куда она в итоге упадет, сейчас пока рано говорить, но глобально, возможно, я сейчас этот прогноз сделаю таким серым цветом, потому что тут можно будет и садить с такого, да, тоже. Вот, то, что она, ну, прям вообще к своим пределам, к предельному уровню FIBA пойдет, вот, и захочет прийти к отметке 400, вот. Но этот вариант я рассматриваю, ну, так, совсем как очень-очень маленький такой шанс, вот. А вообще отсюда, от отметки 300, ну, либо от отметки 400 посмотрим. Но я буду говорить от отметки 300. Вот. Уже от этой отметки будет сформироваться какой-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь паттерн на разворот. Да, вот. Давайте я сейчас сделаю другим цветом. Вот уже от этих отметок уже будет формироваться паттерн на разворот. Вот. И уже, если глобально посмотреть, так, 1, 2, и тогда уже пойдет, значит, у нас волна А, Б, С. Так. Это уже глобально-глобально. Так, вот сюда приблизительно тогда нужно будет прийти на А. Вот, тут не важно, Б, тут в зависимости Б, надо, сейчас трудно сказать, потому что тут в зависимости, все зависит от того, куда цена скорректируется, где она найдет свою поддержку. И вот только тогда можно будет тут что-то утверждать, куда волна Б пойдет, А, Б, С. Ну и уже там С нужно будет попозже прогнозировать, не сейчас. То есть это вот большое глобальное будущее, вот, а так наперед на 1-2 года, вот, в принципе, вот так все выглядит.
можно еще заработать. Уважаемые инвесторы, если и вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы, валютные пары, то подписывайтесь на Telegram, YouTube, TikTok и Instagram каналы, так как в каждом канале разная и одновременно полезная информация, с помощью которой вы сможете спасти свой капитал, приумножить, а даже зависимо от стратегии, удвоить или утроить свои деньги.